Здесь еще раз прохожу заколиванием, закалываю еще глубже немножко этой же стамеской, такой плоскенькой, и немного буду еще подсаживать. Подбираю стамеску. Вот такую. Да, видим, стамеска начинает писать. Да, вот нужно ее подправить. Вот таким макаром. Можно той же самой стамеской, что и закалывал. Это все так как, не принципиально какой стамеской, да? У вас может быть совсем иной арсенал стамесок. Вы уже смотрите, подбираете на свой вкус. Вы должны вырабатывать свой вкус. Вот. Сами приемы. Резьбы, да, нужно осваивать. Вот видим, здесь вот в углах можно взять легенько. Почистить. Вот так.